Сегодня белорусские сенаторы одобрили ратификацию двух соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества по программе Евросоюза. На нее выделят более 200 миллионов евро. Первый документ объединяет проекты Польши, Беларуси и Украины. Предполагается модернизация автодороги Р-16, укрепление потенциала пожарно-спасательных служб Беларуси и Польши, строительство дополнительных автомобильных мостов. Во втором документе, касаемом Латвии, Литвы и Беларуси, планируется модернизировать пункты пропуска на границе, улучшить телекоммуникационную инфраструктуру. Рассмотрение бюджетных законопроектов станет ключевой задачей осенней сессии парламента, которая открылась сегодня. Очень большой интерес вызывают законопроекты, которые связаны с государственно-частным партнерством. Но, скажем откровенно, пока этот механизм работает весьма слабо. Поэтому, конечно, создание условий для того, чтобы механизм государственно-частного партнерства работал в полную силу, в этом заинтересованы все, потому что, во-первых, он обеспечит решение задач, которые стоят перед государством, и это полностью коррелируется с тем пакетом по либерализации бизнеса, который уже в целом поддержан главой государства. Портфель законопроектов, который планируется рассмотреть в Совете Республики, насчитывает более 30.